Всем привет! В общем-то, видеоролики про топ-сетов на поджигателя. Да, меня многие просили сделать именно на поджигателя, собственно, я это и делаю. Если вы хотите увидеть на какой-то класс сеты, то напишите об этом в комментарии. И за класс, который напишут больше всего, я, соответственно, его выберу в следующий видеоролик. Так что пишите, да-да, в комментариях там. Ну и, конечно же, я хочу поблагодарить вот этих двух людей за их донаты. Спасибо вам огромное, вы реально помогаете мне и поддерживаете меня, спасибо. Ну и первый сет в нашем видеоролике, это вот такой вот прикольненький, миленький сет байкера. В него входит шальной шлем, последний вздох и кожанка безумца. Сет, ну, сами видите, то, что он довольно-таки милый, дешевый и, в принципе, играть с ним можно. Да, подобный сет был в моем видеоролике про топ-9 сетов от Valve, но вот он, собственно, сюда и попал, поскольку это же все-таки сет на поджигателя. Все верно. Также про топ-сетов про Valve скажу сейчас. Ролик выйдет уже завтра, поскольку вы набрали там аж 30 лайков, и я просил вас 25, поэтому скоро он выйдет, то есть уже завтра. Ждите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Первая часть будет в описании. Далее сет типа такого вот сомбреро. Данный сет мне дарил мой подписчик уже давненько, но все же я запомнил это надолго, поскольку мне было в тот момент дико приятно, я даже посвятил ему анимацию. Да, если хорошие донаты залетают, то я и делаю анимации, поэтому, ну вот как-то так. Что по поводу данного сета? Данный сет состоит из яркого фламенко, последний вздох и эль мучачо. Издалека Пиро выглядит довольно-таки грозным, но если приблизить, то видно, насколько он милый. А издалека прям... Следующий сет, вот такой вот зимний сет, у нас скоро зима, ну да, конечно, сейчас лето, но скоро все же будет зима, поэтому готовьте вашего поджигателя заранее. Летом-то зимние вещи как бы дешевее, блять, правда, в игре это так не действует, но все же. Головогрелка, низкотемпературный костюм и путепроходец. Эти три вещи вам понадобятся для создания вот такого вот прикольного сета. Следующий сет — это просто сет пиромана, поскольку в каждом аксессуаре есть слово пироман. Да, чтобы собрать такой сет, вам необходимо капюшон пиромана, последний вздох и одеяние пиромана. Почему так часто встречается последний вздох в моих сетах? Да потому что последний вздох, мне кажется, это самый нормальный головной убор на поджигателя, если надевать это на лицо. А больше-то и в принципе некуда, поскольку шапки, одеяния всякие есть. Но вот что на лицо, все какие-то... Не, фу, нет, нет, нет. Только последний вздох, единственная нормальная шапка. Ну и последний сет, это прям такой кринжовый сет клоуна-убийцы. Если вы хотите побегать в таком вот образе, вам необходимо взять три шапочки, которые называются Дэн Кэппи, нос конфеткой и шипастый ошейник. И все, просто все будут в ужасе от вас. Посмотрите на этот сет, он просто... Если вам зашел данный видеоролик, давайте наберем под ним 30 лайков, ведь это меня сильно-сильно мотивирует. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ведь это тоже является очень сильной мотивацией. Я прям сажусь делать новый видеоролик, когда вижу то, что на моем канале есть активность. Спасибо вам всем. Кто хочет поддержать меня какой-либо шапочкой рефом, то я оставлю трейд, ссылку в описании. До новых встреч и пока. Не забывайте то, что завтра выходит топовый ролик про топ-9 сетов от Valve. Пока.